Три этажа. У меня в руках холодное оружие. Это пипец, друзья. Буква А. Причем четыре подряд. Если хотите, оставайтесь со мной. Всем доброе утро. Влог. Да, влог. Здрасте. Здрасте. Мальчик, который тебе нравится, я посмотрит здесь этот влог и увидит, ну, какая ты. Так он видел меня в таком свете, я такие кружки ему записывала. Под глазами черные тени. Я еще была, ну, немного не в кондиции. Здрасте. Я по-моему не понимаете? Смотрите. Ну, откуда там? Вот тут смотрите, вот откуда. У нас с Никой одинаковые. Угу. Да, ну я на маникюр пойду. Одно лицо, скажите. Ты? Да. Нет, это я сфоткала. Ребята, это понимаете, это мой клон. Какашки не в кармашке, просто. Это пипец, друзья. Это жопа. Здравствуйте. Спа? Где надпись? Спа. Смотрите, у нас тут обзор на обруча. Рыбуля. Это я. Можно я видео-привет передам? Да, давай. Передаю видео-привет Маше и Вике. Обруч кепчик. Это обруч Пулька. Это ее обруч. Это обруч Арына. Пожалуйста, спасите меня вот от этих ненормальных девочек. Да, боюсь. Мы пошли на тренировку. У меня в руках холодное оружие. Much, much, much later. Мы закончили тренировку. Ребят, я в шоке. Зелен. Мы сегодня сдохли. Она нет, кстати. Я прыгала 302, сажала 100, 200, 300. Мы сделали 5-400. Ставьте нам лайки, пожалуйста. Причем 4 подряд. Да, реально. Реально, мы в машине. Боже, я наконец дома. Планы на сегодняшний вечер, день. Мне нужно закинуть стиралку, собрать сумку на завтрашние соревнования, по максималке поучиться, чтобы не делать уроки в выходные и отдохнуть, потому что после этого неделя будет очень насыщенной и хочется чуть-чуть освободиться от этих обязательств. Ой, что еще хотела сделать? Отдохнуть. Постараюсь включаться к вам как можно чаще, но не обещаю, потому что реально хочется простого женского счастья. А вы пишите в комментариях, заходит ли такой формат в моих буднях. Так сказывается то, что я не хожу на учебу. Я вам говорила, что я тупею. Ладно, нет, это шутка на самом деле. Пишите в комментариях, нравится ли вам такой формат влогов. Заходит, не заходит, или лучше снимать только когда вы на соревнованиях, а такой лайфстайл нет. Ну, вообще, мне нравится, поэтому даже не важно, что вы напишите, я все равно буду снимать. Знаете, когда пересматриваешь разные влоги, даже с тех же самых соревнований, ты как будто заново проживаешь все то, что ты проживал в этот момент. И, блин, это на самом деле очень круто. Именно вот ради вот этого, ради воспоминаний и эмоций, я веду свой YouTube-канал. Ну и, конечно же, чтобы вам было что посмотреть и покринжевать. Короче, да, я побежала по своим супер делам, а вы, если хотите, оставайтесь со мной. Я тут начала собирать спортивную сумку и решила, что мне нужно чуточку разобрать свои брелки, которые висят. Нам всегда на соревнованиях дарят какие-то брелки. Это очень важная штука в моей жизни. Ну, я думаю, в жизни любого спортсмена. В моей сумке висит пипец, как много брелков. Давайте я вам быстренький экскурс проведу. Начнем мы вот с такого вот зайчика. Блин, он помотан жизнью, но мне его подарил тренер Яна Витальевна на день рождения вместе с пижамой, которую, кстати, до сих пор ношу. И этот зайчонок тоже очень много для меня значит. Брелочек Among Us, он тоже уже помотан, когда я тренировалась в Ювенте.
Девочки, которые тренировались вместе со мной, пожалуйста, пишитесь. У нас у каждого была своя девочка-ученица, которую мы как бы поддерживали, помогали, что-то подсказывали. И она мне подарила вот такой вот брелочку. Мне подарила Ева Таран. Мы с ней тоже вместе тренировались. Она уже давно не тренируется, она учится. Я забыла, куда она ездила. Но вот она мне из этой поездочки привезла вот такой вот брелок. Буква А, если переводить ее на наш язык, вроде бы. Брелок с Яной Кудрявцевой. Это брелок соревнований, на которых я выполнила первый взрослый разряд. Просто представьте, сколько этому брелку уже лет. Мне вот этот брелок подарили либо в 18-м, либо в 19-м году, когда мы были на соревнованиях в Турции, сидели на банкете, и к нам подошли девочки с Украины, подарили вот такие вот подарочки. Ну, там еще было много всего, но вот этот, то, что осталось. Одинокая булава, которая... просто уже вся потертая, стертая, но это тоже с каких-то соревнований, она одна, потому что вторая сломалась. Это самый, наверное, последний брелок с соревнований «Золотая лента», которая была вот буквально полгода назад. Брелок, на котором два брелка. Первое — это сердечко из Ташкента, тоже с соревнований. Вот это ключик с Владимира, по-моему, с Астрахани. Это была популярная эра вот этих плюшевых зайчиков. Мы их скупали просто как какие-то бешеные дети. Вот такой львенок. Я, честно, не знаю, откуда он, но он такой милый, он такой пупсик. Это реально антисептик. Раньше были очень популярны. Антисептики Bath & Body Works. Это чехольчик именно оттуда. Сам вот эта коробочка оттуда. А внутри антисептик другой. Ну, блин, это очень удобно носить с собой. Поэтому это висит. Самый лучший брелок. Вот такой брелок А4. Мне их подарил Лёша. Я с ними уехала в Турцию. Поэтому это тоже очень такая памятная вещичка. Эту супер маленькую, миленькую жабу подарила мне моя однокурсница. Девочка, с которой я учусь. Она тоже висит у меня. Весь обзор на мои брелки на сумку. Надеюсь, вам это понравилось и чуть-чуть подняло настроение. А вообще хочу сказать, что брелкам и мягким игрушкам все возрасты покорны, поэтому неважно, сколько тебе лет, 5, 18 или 28, ты всегда в душе ребенок. Вот. Короче, я пошла дальше собирать сумку. Встретимся потом. Всем доброе утро! Я сегодня на кофейном. Я еду на соревнования. Меня отвозит мамочка моя любименькая. А потом сама едет на работу. Поэтому я иду с двумя кофе. Что, друзья мои? Мы приехали в зал. В этом месте я еще ни разу не была, поэтому ждите обзор. Какие-то дома. А вот там бассейн. Это вообще шок-контент. Вот куда заходить? Вопрос хороший. Вижу гимнастику. Наверное, нам сюда. Ё-моё. Пешкарик, 3 этажа. Это вообще как? Я уже старая. Весь? Весь. Мой YouTube-канал. Ты до последнего видео досмотрела? Когда вчера? Трэш, мне стыдно. Да у меня там кринж полнейший. Трэш. И рилсики. Ну, рилсики, ладно. А вот канал. Песня. Сказка. Разминаются девочки. Тумба-юмба. У нас есть новый хореограф? Да, вот стоит. Это наш новый хореограф? А где Вовчик? Я не пойду, я ухожу с гимнастики. Тихо. Что за ноунейм? Работают, работают. Я люблю, работаем. Там еще Лена сказала, что нельзя делать прическу. А, мне не надо. Минус 2. Плюс, конечно. Пойду попозже. Я вас не знаю. Всем привет, всем привет. Мы идем переодеваться. Красим губки, губки. Спасибо. Вас всех поцеловала Ника только что. Передаю привет Маше и Вике.
панки. Надежда, привет. Мы сегодня выступаем. Не дай боже, не дай боже. Парад. А ты что не переоделась? Так, пойду выступать. Вот так. Когда парад? Желание здесь выступать вообще нет. Такие медальки красивенькие. И подарки хорошие. Да. Привет моей маме. Передаю привет как моей любимой Наталье Владимировне. Привет моему любимому Андрюше. Привет. Люблю Машу и Ильич. Да. Передаю привет моему любимому тренеру Виктории Кропоткинской. Идем домой. А еще посмотрите, какая красивая осень у нас сейчас. Меня это очень радует. Прям настроение поднимается. Ну что, друзьяшки мои, подписчики моего шедевра канала. Я уже приехала домой, помыла голову, попыталась смыть этот боевой раскрас. Хочу сейчас быстренько вам сделать обзор на то, что нам подарили. В этот раз у нас прям такой крутой подарок. Путь мечты. Начнем с медали. Очень красивая, очень прекрасная. Ну, ляпота. Ну, просто ляпота красота. Кстати говоря, качественная. 550 мл. Спасибо. Масочка для лица с коллагеном. Вот такие вот какие-то вкусняшки. Желейный батончик со вкусом колы и вишни. Спасибо. Вот такие вот мармеладные какие-то витаминки с витамином D3 для укрепления иммунитета. Вот такие вот носочки. Майк. Сейчас будет. Естественно, это сертификат на ковер, которым никто никогда не воспользуется. Фоткайте, скриньте на 1500 сертификат. Если кому-то надо, пожалуйста, пользуйтесь. Я этим пользоваться не буду. Все. Такие вот у нас были подарочки. Я пошла разбирать сумку и собирать ее на завтра, потому что завтра у нас тоже непростой день. Но это уже, наверное, в следующем влоге. На этом мой влог заканчивается. Я очень рада, что вы были все это время со мной. У нас прошли очередные соревнования, чему я очень рада. Ошибки были исправлены, появились новые моменты, над которыми нужно поработать. Очень рада всему, что происходит в моей жизни. Пусть это хорошее или плохое, это все влияет на меня, на мое мировоззрение, на мое будущее. Все, что делается, все к лучшему. Наверное, так. На этом все. До встречи в новых видео. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Здесь реально много всего интересного. Всех люблю просто безумно.